Эй, ребята, всем привет! Сегодня третий обучающий урок, и сегодня мы будем плавать ногами. Упражнение плавания ногами начнем с самого простого упражнения. Садимся на краешек бортика и работаем ногами. При этом нога по колено расслаблена, и делаем такие хлыстообразные движения ногами поочередно. Очень важные элементы в плавании ногами – это обязательно начинаем грибок от бедра и не чураемся немножко работать корпусом, но не перебарщиваем. Обычно девчонки любят повилять попой, но это здесь неуместно. Ну а самые распространенные ошибки при плавании ногами кролем – это слишком напряженный коленный сустав, а также слишком напряженный голеностоп при плавании. Опа! Куда хитрая смотришь? Вот так вот! Не надо! Понятно? Вот так вот! Не надо! Надо вот так! Так, ну а следующее упражнение, ребята, мы будем совмещать две вещи, которые мы уже учили. Это работа ногами и дыхание. Для этого нам потребуется вот такая доска от фирмы Nobody. Это не реклама, к сожалению. Делаем вдохи, делаем выдохи в воду секунд по 5-6 и работаем ногами безостановочно. Главное при выполнении этого упражнения – это также равномерно распределять дыхание на протяжении всего выполнения выдоха. Вот, и без остановки работать ногами. И когда поднимаем голову на вдох, не останавливаем ноги. Что ж, ребята, спасибо, что посмотрели видео. Оставляйте лайки, пишите комментарии, если что-то непонятно. И следующее видео будет про правильную работу руками и поворот корпуса. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.